Друзья, всем привет! Очень короткий репортаж. Хочу вам показать это чудо. Я в шоке. Буквально на второй год катальпа зацвела. Вы видите, выпускает бутоны. Я такого не видел. Это просто что-то с чем-то. Катальпа бигноневая. Катальпа прекрасная. Вот так вот. Вот такая вот маленькая она совсем еще, да? Высотой где-то, может, 45 сантиметров. И вот выпустила бутон. Это одна, единственная. Больше нету. Вот, как видите. Это что-то удивительное, конечно. Вот такой вот цветочек, бутончик. Я приятно удивлен, ребята. Класс. Растет она в пакетах. Выращенная из семян. Вот так вот. Пчелки будут скоро радоваться. Всем пока.